Представляем вашему вниманию коляску McLaren Heritage Quest, предназначенную для детей от рождения до 3,5-4 лет, весом до 15 килограммов. Перед вами модная дизайнерская коляска. Легкая, удобная и очень стильная. Две мягкие ручки эргономичной формы. Ремешок на запястье. Вы сможете контролировать коляску в любой ситуации. Большой капюшон. Легко убирается при помощи держателей по бокам. На задней стороне капюшона вы видите большое смотровое окошко. Можно будет наблюдать за малышом во время движения. Карман для всяких мелочей. А в нем багажная бирка. На ней можно написать контактную информацию. Пятиточечные ремни безопасности регулируются по высоте в зависимости от роста ребенка. Их легко расстегнуть при помощи центральной кнопки, нажатием с двух сторон. Ребенок не сможет сделать это самостоятельно. Сверху мы видим мягкую панель. Для чего она нужна? Когда новорожденный будет спать, он не сможет соскользнуть. Подножка тоже регулируется по высоте. Внизу мы видим кармашек. В кармашке вы найдете защиту для ног. Она также не позволит соскользнуть заснувшему малышу, как и мягкая панель сверху. Если вы не используете защиту для ног, ее можно убрать обратно в кармашек. Коляска маневрена за счет передних поворотных колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, достаточно нажать на фиксатор вниз. Это удобно, если вы везете коляску по неровной поверхности, например, песок или снег. Здесь же мы видим удобную подножку и вместительную корзину для покупок. Спинка коляски регулируется в четырех положениях. Для этого сзади есть специальный рычаг. Потяните его на себя и выберите самое удобное. Не забудьте закрыть спинку, чтобы малыш был в безопасности. Чтобы вернуть спинку в исходное положение, просто подтолкните ее рукой. Сложить коляску проще простого. Потяните за ремешок, нажмите на рычажок справа и сложите коляску. Коляску можно повесить на плечо, либо нести за удобную ручку. Разложить тоже нетрудно. Ослабьте фиксатор, потяните коляску на себя и нажмите на педаль по центру до щелчка. Чтобы поставить коляску на тормоз, поверните педаль влево, чтобы разблокировать – вправо. В комплект коляски McLaren Heritage входят дождевик, ремешок на руку и инструкция. Вы можете дополнить коляску сумкой для мамы, сумкой для переноса коляски, муфтой, матрасиком, москитной сеткой.